В США представлено следующее поколение модели Nissan Rogue. На глобальном рынке этот кроссовер продается под именем X-Trail, так что нам есть смысл рассмотреть новинку максимально внимательно. Кузов полностью новый, оптика скомпонована в двух уровнях, а пасть радиаторной решетки распахнулась почти во весь передок. Из-за этого, кстати, инженерам пришлось приладить жалюзи, которые срабатывают по командам электроники. А вот интерьер вышел достаточно консервативным. Пожалуй, главное откровение — двухэтажная центральная консоль, что разделяет водителя и пассажира. При этом салон стал богаче. Обивка эко-кожи появилась на передней панели и дверных картах. Как сейчас заведено, приборы могут быть полностью виртуальными, хотя и в базовой комплектации аналоговые шкалы дополнены крупным 7-дюймовым дисплеем. У медиасистемы тачскрин на 9 дюймов. Отдельное внимание уделено родителям. Задние двери распахиваются на 90 градусов, что удобно, когда усаживаешь ребенка. Кроме того, на заднем ряду стоят сразу три комплекта креплений Isofix, а кнопки бесключевого доступа есть на всех дверях. За пассивную безопасность пассажиров отвечают 10 подушек безопасности, а забота об активной возложена на комплекс Safety Shell 360. В него входят системы автоматического торможения, управления дальним светом, слежения за разметкой и слепыми зонами. Из продвинутых опций доступны проекция на лобовое стекло, камера кругового обзора плюс продвинутый полуавтопилот ProPilot. Последний обучен использовать информацию от встроенной навигации. В плане техники Nissan гордо заявляет смену платформы, но похоже, это лишь свежая версия прежней модульной архитектуры. Длина и высота кроссовера, вопреки последним веяниям, чуть уменьшилась. Ширина стала немножко больше, а колесная база осталась прежней. Единственный доступный мотор – бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра, который обзавелся непосредственным впрыском. В трансмиссии трудится вариатор, а у версии 4x4 заявлено новое поколение многодисковой муфты. За океаном продажи Rogue стартуют осенью. Его близнец под именем X-Trail справит премьеру примерно тогда же. А вот российские перспективы новинки туманны. Если Nissan задумает локализовать сборку, выход машины на рынок явно затянется.